Конечно, хотелось бы отдохнуть. У меня 50-50. Но если есть силы, трудитесь ради Бога. Это просто продлит вам жизнь. Каждый человек для себя это решает абсолютно индивидуально. Вот у кого-то просто не хватает здоровья, элементарно. И человек не в состоянии просто физиологически или физически там работать. А кто-то очень работоспособный, легкий, здоровый, так сказать, энергичный. И готов продолжать работу. Если человек здоров, полон сил, энергии, почему бы не работать? Это так здорово, столько наработано практики, столько можно людям помочь, если это в сфере, например, здравоохранения. Вот как я нахожусь сейчас тут, многие, я вижу, что пенсионного возраста наш обслуживающий персонал медицинский, и я благодарна им, не более. Вот. Но если по состоянию здоровья ты не можешь, то, конечно, пенсионный возраст, он как бы дает об этом напомнить и идти отдыхать. Вот. Так что мое мнение такое. Есть возможность, пожалуйста. Мое глубокое убеждение, что человек, будучи на пенсии, в пенсионном возрасте, ну, должен иметь возможность работать, если у него есть такое желание. У меня такое желание сохранялось больше 20 лет, и я работала до достаточно глубокого возраста, я не работаю только один год, и не сожалею о том, что столько времени я, будучи на пенсии, отдала работе. Я считаю, что, ну, работа бодрит, работа поддерживает в тонусе, ощущаю себя человеком нужным, ну, как сказать, ну, громко говоря, и обществу, людям, и от этого получаешь удовлетворение.